Проект привлечения местных кадров в промышленность Южной Якутии обсудили на выездном совещании в Алдане. Дисбаланс на рынке труда сегодня очевиден, поэтому власти Якутии просят промышленников подготовить прогнозные планы по необходимым специалистам. Проект привлечения местных кадров в промышленность Южной Якутии обсудили на выездном совещании в Алдане представители министерств и ведомств под руководством зампреда правительства республики Алексея Дичковского. Дисбаланс на рынке труда сегодня очевиден, поэтому власти республики просят промышленников подготовить прогнозные планы по необходимым специалистам. В течение буквально двух недель очень подробную информацию нам эти компании представят, какой у них прогноз в кадрах, потребность в кадрах до 2019-2020 года включительно. Поэтому именно по этой потребности мы будем сейчас затачивать эти профессионально-образовательные организации. Привлечение местных кадров в промышленность – это продолжение программы мобильности трудовых ресурсов. Стоит отметить, что программа, запущенная год назад, пока не дает ожидаемого эффекта. Люди неохотно срываются с обжитых мест для работы на юге Якутии. Мотивация наших молодых людей иногда не соответствует тем реалиям, которые есть на предприятиях. Кто-то не хочет выезжать вахтовым методом далеко, кого-то не устраивает условия работы. И, соответственно, здесь надо, конечно, профориентационную работу нам усиливать в школах. Более того, не всегда кадровый рынок республики может предложить нужных специалистов предприятиям, поэтому необходимо переориентировать местные вузы и СУЗы на подготовку таких работников. Много направлений, скажем так, не охвачены в республике, их просто не обучают. Поэтому, конечно, на дальнейшее же желательно, чтобы такие узкие специализированные профессии обучения появились и в республике. По итогам проведенного совещания в Алдане подписано соглашение и дорожная карта по привлечению местных кадров в золотодобывающие предприятия. К примеру, сегодня Алданзолото и Селигдар готовы привлечь в свои ряды более 100 сотрудников. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.